Всем привет, с вами Наталья Маханева, канал «Все сразу». Сегодня мне было скучно, и поэтому пришлось срочно что-нибудь испечь. Как вы думаете, что это такое? Это не что иное, как повтор рецепта Натальи Машика под названием «Ленивые яблочные донатсы». Для меня это название немножко диковато, я такого никогда не делала, поэтому этот рецепт меня очень сильно заинтересовал. Ну, я, конечно, не смогла не внести свои изменения, поэтому не судите строго. Рецепт, как всегда, видоизменен. Чуть-чуть, совсем самую малость. Кому интересно, как это готовилось, в видеоролик с фотографиями позднее. В описании можно посмотреть более точную как бы, рецептуру, состав, ингредиенты. Кратенько о своем рецепте. Я его немножко переделала, как я вам уже говорила. 150 мл молока, 5 перепелиных яиц. По рецепту Натальи Машика у нас одно куриное яйцо должно было быть. Соль на кончике ножа. 3 столовые ложки сахара. По рецепту Машика Наталья только сода. Я положила немножко соды, немножко дрожжей. И 200 грамм муки. Яблоки. Чистим, вырезаем сердцевинку, разрезаем долечками. Получаются такие кругляшки шириной примерно 5 мм. Где толще, где тоньше. Но чем тоньше, тем вкуснее. Вот, в принципе, наверное, и все. Приятного аппетита, пробуйте. Нам очень понравилось. Да, еще на обвалку я использовала просто сахар и корицу. Моим очень понравилось. Заценили. С утречка попробовали. К обеду уже тарелочка кончилась. Слопали. Маме не оставили. В общем, вот как-то так. Повторяйте, дегустируйте. Очень хорошо с молоком. И всем приятного аппетита. Напоминаю, что донатсы по рецепту Натальи Машика. Я немножко просто видоизменила его. До новых встреч! Ну, коли изначально на моем видео речь шла о пирожках с яблоками, то рекомендую вам пройти на канал «Будни Юлии», которая как раз вчера пекла пирожки и поделилась со мной фотографиями. Рецепт вы можете посмотреть на канале «Будни Юлии», насколько я понимаю, в последнем видео. Пробуйте. Кушайте, наслаждайтесь. Вкусные пирожки. Я прям наслаждаюсь сама. Слюнки глотаю, простите. Несмотря на то, что наелась своих оладушков. Или точнее, донатсов. Для меня новое слово. Да, вот так вот. Что делать? Значит так, не забудьте сходить к Юле. Попробовать пирожок. Поставить лайк, написать комментарий. Всех люблю. Пробуйте, наслаждайтесь. Целую. До новых встреч!